впереди, позади только хлам. Возвращаться нельзя ни к словам, ни к друзьям, ни к возлюбленным в прошлом, ни к прошлым делам. Все всегда впереди, ты поймешь это сам. Если вновь в ту же реку пытаясь войти, потеряешь себя ты на этом пути, но зато встретишь тех, кто вернулся назад, и кто в этом тебе будет искренне рад. Будет искренне рад. Круговая порука вернувшихся в ад, словно выбывших в битве погибших солдат. Только нет, это убыль от сдавшихся в плен, тех, кто жить не хотел и не ждал перемен. Ну а ты думал память вернуться назад, чтобы исправить ошибки, как здесь говорят. Говорить можно все и пенять на себя, даже можно прожить, никого не любя. Но всегда есть момент, то, что здесь и сейчас. Он не в прошлом, он здесь, он находится в нас. Он не в будущем, нет, не в течение реки. Даже что-то менять по уму не с руки. По уму, даже если палата ума в этот миг исчезает, палата сама. Исчезает весь мир, как он был, как он есть. Даже если казалось сейчас, что он здесь. Все еще впереди, остается лишь так. Позади ничего, да и здесь тоже мрак. От того лишь движение из мрака на свет, как порыв, а не путь, как прорыв. И не суть, что достигнешь ты света, что свет этот есть. Это способ не быть похороненным здесь. Сбросить тело уже, как ненужный балласт. Это будет когда-нибудь здесь и сейчас. Здесь и сейчас.